Так, всем привет! Меня зовут Сергей, и сегодня мы испытываем знаменитый ламинат Quickstep. Это коллекция Classic, она производится в России, в городе Дзержинск. Это восьмерка 32-го класса с фаской. Ламинат по отзывам покупателей очень хорош. Также прекрасная рекомендация от самого производителя. И мы сами за долгое время убедились, что ламинат действительно прекрасный, нареканий к нему нет. И сегодня мы оттестируем его и попробуем его, действительно ли он так хорош, как о нем говорят. Все, до встречи на тестах. Так, сегодня мы испытываем ударную прочность ламинат Quickstep, 32 класс, восьмерка, коллекция Classic. У нас три доски, шарик весом 0,5 кг, диаметром 50 мм, и мы будем делать на каждую доску 10 бросков. В итоге получится всего 30 бросков, и посмотрим потом на результат. Начинаем! Так, последние три броска. 28-й. 29-й. Так, сделали 30 бросков. Теперь будем смотреть результаты и их интерпретировать. Спасибо, до встречи. Итак, ламинат Quickstep. Это уже результаты после испытаний. Скажу вам честно. Ламинат Quickstep меня очень разочаровал. Я не смог найти ни одного порыва. Честно говоря, кое-где видны следы вмятины. С телефона мы их не увидим. На ярком свету я исследовал все доски. Кое-где есть. В одном месте, ну, практически порвалась ламинация, но я не смог зацепиться там ногтем. Вот самый главный тест, есть порыв или нет, это вот ногтем проводишь по этому месту. Вот. И если ногтем зацепиться мы не можем, значит порыва ламинации там нету. Есть вмятины. Маленькие-маленькие углубления в месте ударов видны только на ярком-ярком солнечном свету. Итак, в принципе, все. У ламината Quickstep нету повреждений. Это таблица результатов испытания ламината Quickstep Classic к ударам. Значит, у нас на трех досках после испытаний не было обнаружено ни одного целого порыва, то есть кругового, ни даже половинок. То есть идеальный результат. Соответственно, диаметр порывов равен нулю, раз их нет. И перемножение нуля на ноль дает нам в итоге ноль. Это коэффициент устойчивости к ударам. То есть чем ниже значение, тем ламинат более устойчив к ударам. В нашем случае 0 это идеальный результат. Мы испытывали всего 19 коллекций, из них только 4 показали подобный результат. И Quickstep Classic среди них. Это все, спасибо. Мы закончили испытание ламината Quickstep на ударную прочность. Как мы видели, он показал замечательный результат, то есть 0 порывов. Результат идеальный. Кроме ламината Quickstep мы испытывали еще 18 других коллекций. Смотрите наш канал на YouTube, заходите к нам на сайт, смотрите в Facebook, ВКонтакте, везде все это разместим. В ближайшие, наверное, 3-4 дня появятся все 19 видео про все ламинаты. Сегодня 16 апреля, то есть к 20 числу, к 20 апреля 2019 года будет все. До конца мая мы планируем еще сделать видео с испытанием на водостойкость, на точность геометрии, на устойчивость к царапинам, на устойчивость к загрязнениям. Может быть что-то еще, какие-то, если есть ваши пожелания, пишите нам, делайте комментарии.
Если вы досмотрели до этого места, это здорово. Большая просьба, поделитесь с другими, подписывайтесь на наш канал. Все, всем спасибо, до следующих встреч.